Башкой биться, работать, говно. Работать. Делать деньги, блять, вот так. Пальцем щелкать деньги, фан. Самый дикий, это фан. Мной гордился бы мой. Привет, с вами World of Zero. Сегодня мы с вами будем играть в новую игру от разработчиков Soul Knight We Happy Restaurant. Ну что, давайте зайдем в режим гостя, посмотрим, что это такое и что же нам приготовили разработчики, да? Надеюсь, это будет красиво. Добро пожаловать в We Happy Restaurant Mega Group Incorporation. Мы глобальная мегакорпорация, занимающаяся сетевыми... Мне параллельно. Я понял то, что вам самое главное собрать денег и накормить народ. Пока вы займетесь в компании место управляющего. Ёлки-моталки, тут ресторанов. Через 50... Наша еда может вызывать незначительные мутации. В этом неинтересном диалоге уже есть шутки. Это, кстати, неплохо. Но игра почему-то подлагивает, возможно, из-за записи. Но, думаю, это плохая оптимизация. Игра вышла относительно недавно. Я не сомневаюсь, что вы готовы посвятить всю свою жизнь этому замечательному мероприятию. Всяко лучше, чем в офисе всю жизнь просидеть. Давайте открывать ресторан. Ну, графика красивая, кстати. Она такая полупиксельная, как бы, как будто разрешение. Мы открываем раздачу. Фризит. Игра фризит. Так, производственная линия открыта. Мы можем создавать различные сочетания блюд, устанавливая на производственной линии разные машины. Открыть. Я деньги еще платить за это должен. Ячейка машины открыта. Теперь мы можем построить кухонную машину. Бургерный радиатор. Я бы не стал такое есть. Это, наверное, отсылка на спранк, короче, из GTA San Andreas. Там ведь ташка эта еда плохая была. Так, каждая машина представляет 5 ячеек клиентов. Разрешите игре... Не буду. Так, завершить сейчас. Завершаем. Поздравляем с постройкой вашей первой кухонной машины. Воплощение лучших и новейших технологий нашего отдела разработки. Бургерный радиатор. В качестве источника энергии он использует небольшой ядерный реактор. Fallout 76, привет. Машина производит радиоактивные бургеры из ядерных отходов. Мы используем только освежающие. Это смешно. Нема. Знаете, что самое? 100% экологичность. Он перерабатывает свои же собственные отходы, используя их в качестве ингредиентов. Ну, по сути, единственное, что он делает в природе, он только пользу приносит, он убивает людей. Но это не точно. Машина готова, теперь можем продавать блюда на кассе. С кухни... Так, больше клиентов. Так, телефонная будка. Замаскированный обнаружитель мозгового биполярного излучения. Зомби. Создает спрос там, где его нет. Совершенно незаметное. Он аккуратно манипулирует сознанием клиентов. Это такие рофлы. Так, настройки у нас есть. Музыка, звук, сохранение, магазин у нас есть. Тут у нас можно купить деньги за деньги. Секретарша тут единственная выглядит как проститутка. Так, нет, телевизор я не хочу смотреть. Тут у нас какой-то фрик стоит с телеком. Он просит, чтобы мы его посмотрели. Ой, ема, у нас еще это есть. Часть карты рабочая. Улучшение рестар. Обновление полов. Чисто полы можно новые. Жалкие смертные существа из плоти. Гостовство машин неизбежно. А, в смысле, привет, хозяин. Бибип. Какие вы тут указания бибип? Робот работает. Читай, бибип. Могу еще одну машину открыть. Куриные грили. Ртутный насос. Пью пиццерия. Ферментатор тофу. Экзотический синтезатор. Я хочу куриный гриль, потому что он касс стоит. Все, еще больше клиентов. Заказывая блюдо, клиент генерирует радость. Вы можете собирать ее, чтобы активировать режим радости. Текущий прогресс отображается в нижней центральной части экрана. Это симулятор России. В России тоже пропадает режим радости. Режим радости. В отрыв. Ох ты ж, бэтрип. Это была не оскорбинка, пацаны. Это была не оскорбинка. Че это было такое, пацаны? Это не оскорбинка явно. Ох ты ж, отпустила. Ускорьте улучшение машин. Давайте улучшим машину. Улучшить. Лично. 1000. Теперь у нас улучшаются тачки. Нажмите кассу, затем кнопку ускорить, чтобы помочь приготовить больше блюд. Приготовьте блюдо 3, затем приходите ко мне за наград. Опа. Ускорить. Ага. Спасибо. Прохлаждается вообще. Никакого уважения. Блин. Это значит, бизнес делаю, а он прохлаждается. Я не понял, что у нас... Это инновационная беда? А почему тут нет дверей? О, я заметил баг, когда камеры двигают, типа, полы тоже шевелятся. Землетрясение. Что?
Наши генетически измененные куры полностью отвечают всем нашим внутренним стандартам. Отдел разработки заменил у них всего лишь 50% исходного генетического кода. Наши куры обладают исключительной приспособляемостью, что особенно ценно, если начнется ядерная война или зомби-апокалипсис. Сложно сказать, придутся ли по вкусу зомби, но клиенты их просто обожают. Ускорить. Работай. Я ему просто как будто... Он просто бьется башкой об стену. Я почему ору? Потому что это смешно. Ё-май, они зеленеют. Начав есть, никак не могу остановиться. Братан, тебе нормально? Это фактически они в бургеры какую-то хрень запихивают. Они, короче, постоянно приходят. Они приходят и идут за добавкой. По идее, они будут, когда они должны разжиреть. Так, отлично. Улучшили кухонную машину. Когда их будет 5, мы сможем улучшить ресторан. С новыми машинами мы сможем предложить больше блюд новым клиентам, чтобы удовлетворять их запросы. Давайте займете им все эти. Да все, сейчас я новых клиентов обязательно. Так, братики, вот вам немножко денег. Не забывайте. Да я помню. Ей куры нужны. Башкой биться, работать, говно. Работать, я сказал. Да, о, украшения можно новые ставить. Смотрите, это к чему-то отсылки, походу, ко всему, кстати. Не, вот то, что Нюка-Коко, это явно к Фоллауту. А к остальным я не знаю, я ничего не вижу особого. Не, вот это вот за... Хотя я же видел монтажер, зачем мне говорить цены, чтобы поднимали? Вот это вот мне напоминает из ФНАФа. Ну чё? Мне пацаны принесли оскорбинку, короче, поэтому... Ё-а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 -у клиента появляются аномалии, ёлки-моталки, делать деньги. А вот так. Ёб твою за ногу. Опа, отпустила. А чё с бабой станет? Вот с этой вот. Она жрет куры. Лучше, чем всякая дрянь на вынос. Ой, ты еще не знаешь, как они производятся. Узнаешь, вообще офигеешь. Давайте строим ртутный насос. Можно вообще все открыть и еще биопиццерию поставить. Все. И создавайтесь. Хотя, я скажу больше, я могу еще и последнее. А, нет, 30 тысяч, если я куплю, у меня 8 кассов останется. Это не есть хорошо. Машинки какие-то едут. Нет, там обрыв. Happy. We happy. Мы радостный ресторан, да? Обосраться можно. Короче, ну что я могу сказать, потому то, что я вижу, игра обладает прям жесткими рофлами. То есть, я думал, это будет типа, ну такого полусерьезного ресторана, типа, ой, вот мы тут ресторан, а тут у них рофлы прям идут, можно рофлить, сколько влезет. Да. То есть, тут достаточно приятная графика. Притом, ну, вот если отдалить, то не чувствуется, что написано, но если ты приблизишь, будет видны вот эти микропиксели. Но это приносит игре некоторого шарма, так скажем. Это стайл, понимаете? Это так и задумано. Вот, тут у некоторых уже аномалии. Это количество людей. Я думал, это у нас тут чуваки с аномалиями ходят. Вообще ГГ. Мне вот, вот этот персонаж волнует. Это вообще кто? Это мужик или это женщина? А то меня забанят на ютубе. Поздравляем вас с ртутным насосом. Ртуть обладает удивительным освежающим эффектом. Я лично ее не пью, но клиенты от нее в восторге. Есть, правда, небольшой побочный эффект. Она очень ядовита, но мы повесим бумажку с соответствующим добавлением двери черного входа. Не сомневаюсь, что все наши клиенты полностью информированы о возможных рисках. Отлично, теперь вы можете улучшить ваш ресторан. Нажмите здесь. Улучшить. Я 20 кассов на это потратил. Он аж вырос. Не, он, кстати, красиво улучшается, все это красиво появляется. Теперь тут две кассы. Так, новую линию мне быстренько замутить. А то у нас тут это... Мы не успеваем. Ой. Я куда-то деньги потратил все. Ой. Поздравляем с постройкой вашей второй производственной линии. Имейте в виду, что клиенты не могут получать блюда с разных линий. Убедитесь, что одна линия полностью удовлетворяет потребность того или иного клиента. Используйте разные линии для обслуживания разных клиентов. Так, ну чё, мы сможем сейчас отправиться... Подождите. А если я... А, вот сейчас пройдет, короче, 2 секунды, я вот эту штуку обновлю. Ребята. Чё это?
Это чё? Это уже женщина мутированная, она нам не нужна. Во, вот этот жиробаз будет жрать больше всех. Поэтому в отрыв. Ё-май-май, делать деньги. Фига себе. Это такой трэш. Это рофл. Но это... На это, скорее всего, и было, типа... Ну, на это был сделан упор, типа, приколы. Так, первая кухонная машина. Блин, а почему не то самого показывает? Я же это читал. Ох, ема. Отличные новости, вы можете завершить постройку улучшения, посмотреть рекламу. Хотите попробовать? Вот это инновационные средства, кстати, это в каком-то смысле даже правильно. О, я нашел, короче, вот тут штуку, чтобы соусы производить за 20 кассов. Поздравляем с открытием склада. Теперь вы можете построить линию новых машин для приготовления соусов. На складе уже есть несколько соусов. Попробуйте выставить несколько соусов на кассу. Эффект не заставит себя ждать. Так, ставим... Так, теперь посмотрим, как это отразится на клиентах. Чё это за соус? У них название есть. Блин! Мне интересно, как он называется, между прочим. Теперь у нас большой зал, много. Много клиентов, мы будем делать деньги и делать бизнес. Поэтому, ну что же я могу сказать, мы можем строить кухонные машины. Короче, как симулятор, это достаточно прикольно. Тут есть шутки, тут приятная графика. Тут, кстати, музыка прикольная. Я, кстати, она как бы сюда прям вот в тему. Когда я юзаю эффект в отрыв, когда у меня деньги так прибавляются, то это достаточно, ну, классно, там музыка меняется. Кстати, они починили туалет? В смысле, за что деньги отдал, чтобы они туалет не починили? В общем, ссылка на игру в описании, скачивайте, играйте. И, наверное, ну, на этом будем заканчивать. Почему, собственно говоря, и нет? Радиоактивная соусница. Сычуанская соусница. Пластиковая шоколадница, черная фантазия, воздушная соусница. А. Вам нужно больше денег, милорд, казна пустеет. Спасибо. Ну что, на этом все. Игрушка мне понравилась, ссылка в описании, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, вот можете подписаться на Инстаграм, на ВК, на группу ВКонтакте, можете вот куда угодно подписаться, ссылки на все в описании. С вами был Волтов Зеро, всем удачи и всем пока.